положите. Все равно потом ребята выйдут и все соберут. Да, я знаю, я не боюсь. Мы и так сидим метр. Короны нету больше, я знаю. Спасибо. Благодарю. Огромное спасибо за подарки. О, подарки. Слушайте, мне здесь нравится. Я так понимаю, что все, можно заканчивать. Подарки есть, цветы есть. Нет, ну еще чего-то не хватает, но подарки есть, цветы есть. Так, тихо. А вот еще есть что-то. Вот теперь точно можно заканчивать. Еда! Да ничего! Ну, я говорю, осталось только еще дождаться одного подарка, чтобы был полный комплект. Ладно, спасибо огромное и за подарки, и за цветы. Вы знаете, ну, я вижу, пока пел, видел, что есть желающие в зале потанцевать. Давайте так, чтобы не мешать никому, кто хочет посмотреть концерт, вы можете танцевать сидя. Как это сделать, женщины знают, потому что у них это от природы просто... Ну, от природы. Поэтому мужчинам вот так. Ну, как я. Потому что мужчины, в принципе, только так и могут. Ну, хотя не все. Некоторые могут и так. Ну, слава богу, да, слава богу. Ладно, хорош, шутки в сторону, шутить будем чуть позже. А сейчас, наверное, стоит в двух словах рассказать, что же будет происходить на этом концерте. Конечно же, по большей части песни. Много песен. Сегодня я петь буду долго. Много. Это правда. Так что я думаю, довольны останутся все. Вот. И чтобы не нарушать традицию, которая сложилась уже на протяжении многих лет, а если быть честным, ни много ни мало, 35 лет я уже, ну, здесь. Это много. А традиция заключается, конечно же, в общении. Раньше это происходило с помощью записок. Люди писали записки, передавали их друг через друга, ложили на край сцены, и я, по возможности, отвечал на них, читая. Сейчас такой возможности нет, ну, с ограничениями, со всей фигней, которая есть. Но есть интернет, который лагает почему-то. Да, заходите ко мне в Инстаграм и пишите там. И я, конечно же, буду петь, 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 устал. И вот как раз для того, чтобы мне отдышаться, у меня и будет возможность с вами пообщаться. Я возьму телефон. Игорь, ты взял телефон? Отлично. Ну, было на одном концерте, что я его забыл в гримерной, пришлось кому-то идти за телефоном. Поэтому пишите в Инстаграм, и я беру паузу, когда устану, или возьму паузу для того, чтобы отдышаться. Потому что, ну, старость не радость, отдыхать-то надо. Да, по сути, рассказал все. А теперь...